Мы ученые Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. В течение 3 лет работали по грантовому финансированию с 2021 года по 2023 года. Тема грантового финансирования гласит так: комплексная диагностика гельминтозов сайгаков в западном регионе. Цель данного проекта заключается в проведении эпистологического мониторинга против гельминтозов и проведении профилактических оздоровительных работ против гельминтозов. В данном случае гельминтозы, или как мы называем паразитарные болезни, приносят большой урон сельскому хозяйству. При этом при возникновении любой инфекции, воротами инфекции являются гельминты. Поэтому необходимо проводить результативные исследования против гельминтозов у диких видов животных. Для диагностики гельминтозов проводили капрологические исследования, патологическое скрытие трупов сайгаков проводилось методом полной эвисцерации. Прижизненную диагностику на гельминтозы использовали УЗИ-аппарат Миндрав-С6 с цветным доплером, ультразвуковая визуализация. Использовали трепан с наборами фрез, оперативным методом диагностировали цинуроз. Цитопатоморфологические исследования проводили на санном и полуавтоматическом микротоме, проводили срезы с размерами 5-7 микрометров. Так, проводили читку изготовления препаратов микроскопом МБИ-3 и микрофотографирование проводили микроскопом Nikon E100. И дифференциальную диагностику гельминтозов сайгаков при цинурозе использовали портативный рентген-аппарат производства Корея. Получен патент «Способ патоморфологической диагностики цинуроза сайгаков. Права на интеллектуальную собственность». Авторами патента все исполнители проекта. Разработана электронная карта локализации гельминтозов в Западно-Казахстанской области по путям миграции сайгаков уральской популяции. Выпущены 2 монографии, выпущены 2 учебных пособия, выпущены 3 рекомендации, выпущены 2 статьи «Скопус» в иностранных журналах. Таким образом, в заключение хочется сказать, что нами проведен эпистологический анализ гельминтозов в западном регионе, составлена карта зараженности гельминтозами в Западно-Казахстанской области, и это все внесено в карту. Далее нашими учеными предлагается ряд профилактических мероприятий. Это отметка захоронения различных трупов, заболевших гельминтозами, следующее применение брикетных солей с ангельминтиками. В данном случае в питомнике ЗКТУ имени Жангирхана Акбукен проведен гематологический анализ, биохимический анализ сайгачат и проводится ежедневный клинический осмотр для целью недопущения различных болезней различной этиологии. Также в питомнике Акбукен начат второй этап проведения молекулярно-генетических исследований на уровне ДНК.